Стать инструктором в бою. Пожарные обновляют свежую учебную площадку. Ежедневно службу в новеньком депо будут нести 15 человек. В боевом расчете 3 автоцистерны и 50-метровая лестница, по которой огнеборцы смогут добраться до 17 этажа. Еще одна автоцистерна в резерве. Местные пожарные за этот год выезжали почти на 700 вызовов, из них на 70 серьезных возгораний. Огнеборцы должны быть готовы в любую секунду. Такие здания делаем для того, чтобы своевременно можно было подготовить силы и средства опять к реагированию. То есть дается 10 минут для того, чтобы с момента прибытия машины подразделения можно поменять рукава, поменять пожарно-техническое вооружение, помыть машину, приготовить, заправить огнетушащими веществами и быть готовыми к реагированию. Благодаря таким современным депо, пожарные после сражения с огненной стихией за 10 минут смогут подготовиться к новому выезду. С уверенностью можно заявить, здание депо оснащено по последнему слову техники. Огнеборцы шутят, здесь как в санатории. Новые спортзалы, сауна, раздевалки, уютные комнаты отдыха, кабинет для обучения, автомойка. Не в сравнении со старыми частями присутствуют такие станки для ремонта рукавов пожарных, для мойки, специальные комнаты. Вы, если все прошли и видели, что очень много помещений всевозможных. Пожарная часть в новом микрорайоне просто необходима. Правобережье застраивается невероятными темпами. Важно, чтобы защита людей была обеспечена как на крупных объектах, так и в частном секторе. Поэтому власти региона помогают северо-восточным территориям в обеспечении пожарной безопасности. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, задача укрепления противопожарной службы является приоритетной для краевых властей, потому что вопросы безопасности жителей – один из ключевых вопросов. Летом было открыто пожарное депо в Кизеле, сегодня в Березниках. Но при таких вот условиях, я думаю, что все будет минимизировано, все будет живы, здоровы, и также наши граждане будут своевременно спасаться. По поручению губернатора в регионе не только строится новое депо, но и обновляется автопарк огнеборцев. Всего в Пермском крае в этом году приобрели 10 пожарных автомобилей. В планах на следующий еще 8 расчетов. Два из них отправятся к нам, в Березники. 74-я пожарная часть, входящая в общий состав гарнизона Пермского края, достойно будет нести именно знамя противопожарной службы. И люди будут в этом только чувствовать уверенность. Спасибо вам. С праздником. Сергей Коленик, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.